Да. О, тут собака. Интересно. Не, ну вона вже... Так, посмотреть касик. Вот без документов сказали. Так, а оза нету. Вот с таким видом сегодня у меня будет... Пиздыковый случайно. 250. Сегодня еду смотреть ИЖ-49. Причем два. Причем в одном дворе. Причем с документами. Как-то так. Вроде говорит хозяин. По его рассказам он комплектный, все в оригинале. Но опять же, это надо все смотреть, проверять. Ну, я надеюсь на лучшее. Буду сейчас смотреть, а вы вместе со мной. Вот выпуска я не спросил. Было бы, конечно, интересно, если бы это был какой-то один из ранних, 49-х, 51-й год или 52-й. Интересный пробег, оригинальный, чи не? Ах, тут не знаю. Есть, надо и катафот видный, надо забрать. Заводи. А подножка на том стоит, оригинально все. А, там сейчас мы туда дойдем. Мотор из Минска хороший. Бурки завелось, все с катушкой, все это. Четырехскоростные же, да? Да, да, новый образца, все, все. Я же как все. На землю поставил, бурк заводится, все. Тут подножка центральная, видно, все. Все, так что. Там мотор. Этот я на цей мотор надо есть. Оцей з документами, чи ото з документом? Я вже тобі, як тобі сказати, я вже не пам'ятаю. Пара з касим 150 стоїть. Да, тут з касим 150. Якийсь із трьох заводився? Чи не заводиться? Ну я ж на цей. Отой. На тому ми їздили. Тут моторяка заводиться, все без, да, без проблем. Там мотор, все. Можно туда пройду, поделюсь там? Конечно. Немає горшка рідного? Десь есть на... Я бы одним чем занимался, а так я же скажу там. Це трохи раніше, наверное. Год. Не знаю, не знаю. Поїсти є, я. Там, по-моєму, десь на тих табличках є, як вони там є.
ці жовті, каже, я презентую, яка не нужна. Не... Номера роблять, я робив, в Києві робив. 500 гривень. Тут. Сіліндр інтересний. Или с ДКВ случайно, 450. Нема вас тут под рукою, что такое по металу маленькой? Моя в машине просто есть, но в машине. Так, а ОЗА нету. И тут нету центральной. Ну, якщо у вас є документи, я міг би подивитися по ним би. Документи до цього. Что-то я не вижу, тут уже слева. Держите. А тут еще и табличка у нас. Так, зрозуміло, зрозуміло. С вами Иж-49, их там целых три, оказывается, даже не два. Планета Спор такая интересная стоит. Но суть не в том. В общем, он говорит, я хочу, там еще где-то у него есть какие-то запчасти или мотоцикл некомплектный. Говорит, я хочу все собрать вот так вот вместе и все вместе, говорит, продать. Меня так по одному, говорит, не интересует. Поэтому мы решили, что он поедет там в то место, где там те мотоциклы. Мотоцикл, точнее, заберет, все это скомпонует. И опять или приеду, или фотографии скинет. Тогда уже будем разговаривать. Пока он мне ни сумму не назвал, еще ничего. Поэтому как-то так. Так, ну чтобы зря с прицепом не ездить, я... Хочу заехать в одно место, когда буду возвращаться вот домой. Оно не прям, конечно, сразу по пути. Надо будет отъехать километров 40, но это надо сделать. Поэтому не переключаемся. А, будет КАЗ 750. Вот. С таким видом сегодня у меня будет обед. Погодка, правда, не радует. Вчера так солнечно было, плюс 18, а сегодня что-то вообще... Ветер разгулялся, не на шутку. Такой вот ставок, ива. Короче, красиво. Но на земле не полежишь. Даже не знаю, как при таком ветре снимать на штативе. Штатив упадет вместе с телефоном, разобьется. Ну ладно, что-то решим. Так, тут смотреть касик. Тут без документов сказали. Возьму на запчасти. Шлапа начинает. А, сейчас я подивлюсь.
Наташка 750. Такие трубы с Урала. Бак вроде неплохой. О, тут собака. Интересно. Крыло гнилое. Фара. 50 000. Тут ручка родная. Тут нет. Коляски нету. Ага, номера рамы нет. Нету, тут, наверное, баян идет. Резина хрень. Мост. Мост как мост. Крыло, конечно, сгнило нещадно. Крыло МТовское, ну ладно. Это такое. Колено уже вареное в СМТ. Вот проворачивается, кстати. Сейчас посмотрим. Продемонстрирую скорость. Причем на задней. Компрессия, кстати, неплохая. Так, ладно, пакуем. Я даже... Ой, не, блядь, важкая, я хотела сказать. Це не важкая. Не, ну вона вже... Воно видно по цих, вроді не діло. Не, ну там оце дно трохи вроді як дав. Так вона пластмаса, вона ж не гніє. Вона не пластмаса. Не, ось цю, може, то побита воно, може. Вона побита, то да. Може, десь і стукує воно. То ми зимою, знаєш, як і виїдемо. Та ми її переносили кілька разів. Так, а мотоцикл де сам? Продали. Продали? Та вже давно. Коляску не захотіли брати, да? Ну, хлопець молодий, теж, знаєте, як молоді. Вони їм нужні коляски, то ми вже женаті були, то нам треба було пайки ось бути, все від гостів. Та й так і вона стояла, раритет. А колись цей хотів купити, як його, Беленко. Приходив, батько предлагав 300 гривень. Та, хай там стоїть, хоч. Ну так стоїть, та й стоїть до сих пор, залізять. Так дорого тут. Ява. А, оно она пролом. В общем, в первом месте не срослось, но без покупки я сегодня не остался. Купил вот такой вот касик. Без документов, конечно, но на запчасти пойдет. Тем более мотор проворачивается. Уже стемнело, надо ехать домой, поэтому пока.